Добрый вечер, мои дорогие фанаты! Ох, я сегодня хочу с удовольствием... Я вообще всегда хочу с удовольствием... Сегодня хочу с особым удовольствием... Хочу... Нет, не спеть. Хочу поделиться своей радостью. Меня вчера на фабрику отобрали. Ой, блин, сегодня все тело болит. Меня ж целый день отбирали. Вначале один отобрал. Потом второй. Потом вдвоем. Потом как повалил народ, мать моя. Я вообще забыла, куда меня отбирали. Скажет кто-нибудь, что это за Шарашкина контора? Куда меня вчера, вот целый день, всех ему не попадя. Чего я здесь стою перед фанатами, как лохушка? Как лошарик! Как лохнесское чудовище! На фабрику звезд! Порвите меня аплодисментами! Рвите! Нормально? Я думала, в кризис все фабрики остановились, наша ничего, коптит! Знаете, ведь нас, звездей, на эту фабрику по всей стране, так сказать, отбирают. А вот как следует, отобрали только меня. Знаете, до того, как я на этот неестественный отбор попала, я вообще много где работала. Я работала сиделкой, стоялкой, лизалкой, пикалкой. Пихала на радио сигналы точного времени. Пи-п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 и. Я была заслушанная пикалка района на... До тех пор, пока меня к себе новый русский не отобрал. Я у него в джакузи пузыри пускала. Носом. А по выходным делала ему девятый вал левой ноздрёй. Не от этого тяга сильнее. Вот потом меня в Большой театр отобрали. О, кстати, в Большой меня долго отбирали. Ну так театр-то не маленький. Я помню, потом 2 недели на больничном сидела, вообще на работу выйти не могла. Я там сына убирала. Вот она моя родимая, родимая. Подождите. Я помню, ой, однажды заменяла заболевшую Анастасию Волочкову. Крутила за нее ихнюю балетную фуету. Я как сейчас помню, в зале полно зрителев, сцена пустует, я на сцену, 32 раза аккурат фуетнула, завелась, переслав легкий стриптиз в тяжелой форме, и как жахнуть, блин, в оркестровую яму, хряк! Хоть бы одна зараза сказала, что в зале дырка, а в ней полная яма гастарбайтеров. Почему-то с музыкальной филармонией деньги эти дудки набрали. Я им в филармонию в 3 секунды. Один от меня пытался отбиться. Ихний бригадир в черном костюме. Вот с такой зубочисткой. Я думаю, ах ты гад, пацаны там вкалывают, а ты в зубах ковыряешь. Я и войную палочку в 7 местах сломала. У меня потом нашли 28 проникающих ранений. 2 в голову, 3 в язык. Ну ничего, врачи замазали, сделали из меня сексапил номер 2. Я до первого роста не дотянула. Хотя мне хватает 1,40 м в прыжке. С начесом нормально. Кому надо, тот нагнется. Эх, зато какие у меня ноги, гляньте. Одна длиннее другой. Растут из зубов. Все, что вы видите ниже рта, это ноги. Это колени. А что мне еще в нашем шоу-бизнесе надо? Иметь хорошие длинные ноги, пару коленных чашечек и уметь правильно этим сервизом управлять. Жаль, а что вы собрались-то? Попеть? Нет, петь я сегодня не буду. И завтра тоже. Оно вам надо. Я ж не в голосе, с детства. Если бы я при таких коленях еще и пела, да меня тогда в Голливуд отобрали. Девочки, завтра с утра отбор в Голливуд. Извините, целую всех и сразу. У меня
билеты на самолет куплены! Порвите меня аплодисментами! Ваша Эйя!